Так, ладно. Если ты помнишь обещание, которое дал Намине, ты все еще... У тебя все еще остались важные воспоминания. Особые воспоминания, как это, ты его сохранил. Ты его выполнишь, ты его сдержишь. Ты молодец, ты красавчик, го, вперед. У нас одна локация осталась, получается, да? Полый бастион. Го-го-го. После этого чувства будет еще одна локация. А там уже поехал я. Полый бастион. Тут те принцессы должны были. Ну, были в оригинале. А еще этот. Бист. Чудовище. Я слышу голоса. Интересно, кто это? Встретим мы чудовище здесь, интересно. Что-то не так, я думаю. О! Чудовище и Белль. Хе-хе. Красавица чудовище. Но, Белль, я не понимаю. Я пришел спасти тебя. Чудовище. Я не просила тебя приходить. Зверь, да? Я забыл, это за зверь. А ты всегда его так называешь? Зверь. Чудовище. Это мой муж, чудовище. Очень приятно познакомиться, чудовище. Какое у вас роскошное это. Шевелюра, блядь. Он не из Final Fantasy, он вообще из ниоткуда. Он только из этой игры. Его зовут Сора. It doesn't matter anyway. Короче, это не важно все. Я не вернусь назад с тобой. Ты тратишь время. Белль. Ты понимаешь, что говоришь? Ты не можешь... Ты не можешь остаться здесь с этой ведьмой. Тут Малефисента, что ли? Ёпте, эти лапти. Эти лапти. Мне больше нечего тебе сказать. А теперь иди, пока она тебя не нашла. Блин, что-то злая какая-то сегодня. Дни пришли, я не знаю. Блин, почему? Я не знаю, что происходит, но... Все в порядке? Не похоже. Должна быть причина тому, что она сказала такие вещи. Оставьте свою симпатию. Никто не будет заботиться о таком звере, как я. Я буду. Пойдем с нами. Ты будешь делать... Бедный парень. Мы должны что-то для него сделать. Так, ключ начала. У нас, кстати, новые эти открылись. Может заценить. Нет, тут как бы самой истории, видимо, еще не произошло. Концовки. Типа это где-то середина. Они типа вроде как влюбились друг в друга, но Роза, но она его еще не поцеловала. Или типа того. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть. Мы что-то новое, да, замутили. Во-первых, Бэмби, во-вторых, Тинг. И поскольку это 28-26, ну-ка, хватает. Давай, это в первом бою используем. Посмотрим, что это делает. Что я сделал? Платформу призвал. О, здорово. Будет драться. Он будет делать... Ёп ты ж! Я забыл, он не дамажит, он на поле боя. Он золотая антилопа сегодня. Окей. Так.
Тинкбелл. Ну что она делает? Не надо. Да ты опять начинаешь бить всех подряд. Я не понял, что я сделал. Ну, что-то она, видимо, делает. О, бля, еще один такой, которого надо в спину бить. Со временем восстановит ХП. Угу. Ясно, понял. Хорошо. Такая здесь что? Бау! Мешать ходить. Хорош. Отлично. Я не знаю. Сами себя в депрессуху, блять, вводите, а потом жалуетесь. Спокойной ночи, да? Добрых снов. Без джиннов, что самое главное. Прости меня, дух грешный. Так. Да кто там, блядь, стреляет-то нахуй? Сейчас, блядь, приебу, блядь, просто. Кто это? Да, блядь, ты можешь... Пиздец, ну что? Сука. Сломаем его нахер. Если не уснешь, знаешь, кого видеть? Да, видите меня во всем. Пробки в Москве из-за меня. В кране вот так делаю. Феонор стареет, тоже виноват. Yeah.
Крайне берешь на себя. Ну ладно. Да ладно. Да я понимаю, что ты про это. Я уж так. Их нихера тут идти. Так, значит, что мы делаем? Тут один. Давненько мы... Давай лучше так сделаем. Откроем единицы. А следующую дверь откроем. Там она побольше будет требовать, скорее всего. Что это? Ой, что это? Карта Cloud 6. Серьезно, просто так вот валяется. Миленько. А здесь, то есть, тупо выходов вообще нет никаких. А что будет, если я потушу все? Ничего не будет. Ладно. Хорошо, тогда в другую сторону. Да сюда. Здесь тоже один. Комната с сундуком. Хорошо. Что тут больно много дверей. Хуба! Сражение. Нахер не нужно. Что это? Аэро 5. Так, значит, у нас еще получается одна дверь. Приведет меня в угол. Другая дверь приведет меня дальше. В угол я не хочу. Значит, мне надо вверх. Здесь нужно два, вот это уже посерьезнее. Два, вот здесь мы могли поставить, можем здесь тройка пускай будет. У нас как раз там что-то скопилось вроде. Какая-то сумма, 900 что ли. Ну что, потратим. Здесь нам, конечно, хватит. То мало ли. Может, уже все поменялось. Чикнуть головой, чикнуть проходит просто сквозь стену. Ну давай, пак карт, давай. Ну такое. Давай сюда, вот эту. 818. Давай. За 300. Девятку, пожалуйста. Девятку. Блять, нихуя не дали. Ну что такое? Ноль возьму, продам ему по дороге. Давай вот это. Хунай. Вот это давай. Чудельного. Ой, продавай-то все. Эти вернее ступились, нету. Мне нужны восьмерки.
Вернее, не восьмерки, а, наверное, девятки даже уже. Заставляй пока. Где мы? Сюда? Стоп, нет, не сюда. Вот сюда? Вот сюда, здесь нужно 4. 4. Давай. Зря, конечно. Надо было мугли еще одного использовать. Ага, понял, да? Будешь знать. Это вот как-то. Ну, атака была на девятку, что ли? Красиво. Рандомчика, правда, нету. Ну, карта с нулем есть. И че? Пойдем. Оценить жопку пухленького мужика. А вот и она. Собственно. Эджин. Я не знаю, что, короче, это машина. Тут зёбка. В зёбку надо бить кого-то. Так, хорошо, что у нас здесь есть? Блин, что-то какое-то говно, по-моему, одно. Девятка, вон. О, вот это хочу. Потрачу на что-нибудь, просто дверь открыть. В сумме девяток нет никаких. Хоть какие-то будут. Бэм! Но она лечится. По-любому Сибир там себе хлещет. Для тебя людей новых часть, по-моему. А кто для тебя новых часть? И чё, новичок здесь? Всё-таки пару лет смотрит. Если не больше. Так, хорошо, что здесь есть? В этом наборе. Я портал вижу 6. 8. Пойдем. Впервые зашла и сразу с модерной. Чувствую себя Джей Си. Короче, Жень, вот этот враг большой, вот этот, его надо в зёбку бить ключом. Ты
ты будешь играть в Zero Tolerance? Вопрос такой следующий. Нормальный вопрос такой, хороший. Ты знаешь, я давненько его проходил? Наверное, нет. Ключ для зёбки? Как путь к сердцу монстра лежит через его зёбку. Что мы несем, блядь? Опять ты хуйней страдаешь, хватит стрелять. Боем. Не, про задний ход это слишком черный юмор. Про черный. Мугли нет, они попадаются. Там пятерку он, я вижу. О, 6 ДВ. Нормально. Зачем Zero Tolerance? Это мем местный. Про Zero Tolerance. Вот зачем. Толерантность вообще здесь не пришла. Был рандом-то какой-то. У меня есть доказательство того, что Белозис сказал, что Папай говно. Ты что, это все выдумка? Фрикси у нас топит всегда, значит, там она... О! 3. Замечательно, вот это я возьму. Муглей у меня что-то маловато. Сегодня он говорит, завтра другой, а послезавтра у него 2-3-2-1. Ей далеко до Гран-Туризма. А монстры-то заднеприводные.
Ну, ключ надо вставлять сзади. Ты теряешь сознание, так ляг. Что ты? Заметь, это не сказала. Самый злой чат на свете. Люблю вас. Пошел нахер, Чика. Я тоже вас люблю. Иду у дороги. Так, я очистил комнату. Лимит переносимых карт достиг. Чего, блять? Тут есть лимит? Вот это, блять, поворот. Вот это, блять, поворот. Это как так? Это как так? Это чё это вдруг? Это чё, слышали? Лимит карт. Окей. Так, а куда мы идем? Мы идем дальше. Где вот в этом. Что здесь? 8. А есть у нас вариант что-нибудь на 8-то пихнуть? Чтоб мы сюда могли впихнуть. Портал на сохранение на 8. Давай. Чё-то, блин, я так даже не ожидал, что у меня столько карт. Внезапно. Ладно. Просто они даже не говорят, что есть лимит. Это как вообще? Это чё это? Это чё, в смысле? Хорошо, буду обидно тратить. Зачем я это делаю? В игре есть лимит карт. Спасибо. Я уже 11 часов, 12 почти уже играю часов в эту игру. Спасибо за информацию. Золотая дверка, золотая. Не туда я пришел, твою мать. Не туда. Подсказки опять. О, что за дела? Грязный архимон подсказывает. Ты знал, что нужно втыкать в это оружие? Сейчас забанят. Где? Твою мать. Давай. Могут не девят.
не хочу ни с кем драться, что-то ленюсь. Сейчас начнешь драться, карты опять начнут падать. У меня этих карт уже жопой жжу, мне уже их девать просто не надо. О, еще одна. А давай возьмем. А это как раз гром. Да, это гром. На Пикачу сходил. Кстати, я спойлер. Ну, я это со мной. Я просто посмотрел его на Ютубе. Моя мать, хватит мне давать дичь эту всякую. Давай, нормальные карты, давай нормальные карты, давай, по-братски. О, да. Вот это я возьму, вот это я продам. Остальное мне просто не нужно. Давай, купа, купа. Чё-то они перестали давать нормальные карты. Дают хуйню какую-то полную. Шесть. Вот это тоже давай. Ох, нихуя себе! Какую-то хуйню я набрал. Куда мы идем дальше? Где дверь? О! Синяя! Любая синяя. Бля, синих-то у меня не так уж и много, слышь. Да, вот это. Любая тройка. Да, так. Вот так. А в смысле? Я думал, три надо. Опять хуйня какая-то непонятно. Ой, ладно. Оно тебе как раз? Да, один раз. Жаль. Кто вы? Вы похитители тоже? А, не совсем. То есть вообще ни разу. Длинная история. Подожди. Тебя похитили? Ты не хочешь быть здесь? Да. Я не хочу быть здесь. Эта ведьма заставила меня прийти сюда. Мне тут не с кем поговорить, книги тут только... И мое одиночество. И он... Я так его... Я так по нему скучаю. Ты про зверя? Флэшбэки вьетнамские сейчас у Феодора начнутся. Так чё ж тогда ему ничего не сказал-то? Да, действительно, ты его обидела. Вы не понимаете, я не могу позволить ему увидеть мои настоящие чувства. Почему? Просто... О, нет, она идет, прячьтесь. Кто? Куда? Нет времени объяснять, прячьтесь быстрее. Малефисента сейчас придет. Да, Малефисента, 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 Малефисента. Пускай это будет Малефисент, пускай это будет Малефисент. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Малефисента, блядь! Азима. Ну, привет. Чем обязан визиту? Он был здесь, да? Он рисковал своей жизнью, чтобы спасти тебя. Почему ты отвергла его? Я не просила о помощи. Еще один взгляд, который жрет душу. Это все наркотики, смотри на лицо.
И поэтому ты его прогнала? Ой, а чё платье такое развратное? И чё, смотри, какое платье развратное, просто пипец. Ты дела какие? Дурдом. Сиси, которые что-то... Да где соски-то, ну? Ты меня слишком хорошо знаешь, я не попадусь в твою ловушку. Тогда у меня нет выбора. Я попрошу его помощи. Чьей помощи? Чьей помощи? Ну так, да. Цензура. Они исчезли. Куда же мы не пошли? Что мы будем делать? Помочь ей, конечно, а что еще? Так, гайденс. Сердеюшка. Сиси исчезли. Сиси исчезли. Ну ладно. Так, это не то, что мне нужно. Кстати, как там Сися? Ну, он сидит нормально. Я иду искать! Чего там мне тут? Так, вниз, один раз вправо. Вот, короче, сюда. Квест года в поисках Сиси. Сюда. Здесь нужно 4. Чего нам сюда заебенить? На 4. Сохранение на 5 сделать. Давай сохранение на 5. Показали еще сиськи, она перевозбудилась. Ух! Как горячо-то, да? Слишком горячо для Твича. Я бы даже... Белиссимо сказал бы. От слова Бель. Белиссимо. Сомет. Че ж такие долгие сохранения? Это вообще беда какая-то. Так, вот дверь. Скорее всего, это та дверь, которая мне нужна. Да. Зеленая карта. 1 штука. Единичка есть? Да нет у вас тут ни хера. Давай вот так. 7. 5. В смысле нет. Не понял. Что будет это? Какая разница? Продолжение Сиси. Это вам не Джессика, не Игорь. Да. Так, хороших косплееров нужно знать в лицо. Стабильность. Да. Чего ты ждешь? Зови его. Нет, я не позволю тебе навредить ему. Тогда я заставлю тебя кричать, этот глупец придет и увидит твои слезы. Слышь, пьянь! Зверь тут не единственный, кто с тобой может разобраться.
Сгинь, мальчик! Не твое дело. Если ты, конечно, не желаешь присоединиться к толпе кричащих. Это идеально. Тогда, короче, я пассив вас террор, и он придет. Не утруждай себя. Я Бэтмен! Фиолетовый Бэтмен. Ты здесь? Нет, ты не должен. Я сказал тебе держаться подальше от этого места. Оставь меня. Я не хочу видеть твое лицо, Белль. Какие ужасные вещи ты говоришь. Все в порядке, если ты так себя чувствуешь, я понимаю. Я был наказан за свой эгоизм и не мог любить. Ну, в смысле, да. Там переключатель нажали. Теперь не могу, все. Помнишь, с посохом в черном платье? Кого? Единственный в черном платье я сейчас могу вспомнить, это из 10-й Final Fantasy. Персонаж. Ну, это отдельный разговор. ВК скинь, скинь. Я превратился в монстра. И не был никем любим. И я становился все более эгоистичным. Пока не встретил тебя, Белль. Ты единственный человек, который принял меня и понемногу растопил мое холодное сердце. Воспоминания одного дня вместе гораздо ценнее для меня. Воу. Так, тихо. Секунду, подожди. О, что-то голова резко так закружилась прям. Тьфу. Так, я не уйду в сторону. Так что прости меня, я не могу тебя оставить здесь, даже если ты будешь меня ненавидеть за это. Расцениваю это как мой последний акт эгоизма. Ох, зверь! Чудовище! Я зверь-чудовище! Чудовище-зверь! Так-так. Такой уродливый полюбит такую... Ну, такой уродливый, у него такое чистое сердце. И кто это? Я не знаю таких. Так, значит, короче, меняем планы, видимо. Бист, чудище, отдаст свое сердце взамен Белль. В этом году на фесте была. Жень, ты думаешь, я кого-то видел на фесте? Это ты сидел, а я там что-то носился, как ебанутый. А, в том году? Так в том году я вообще ни на что не обращал внимания. Я просто сел, блядь, и устал. Мне вообще было насрать на все. Я ждал вечера, мне кажется, чтобы набухаться пойти. Пожалуйста, нет. Нет, нет, пожалуйста, нет. Вот это, блин, нежданчик. Да. Такое себе изменение плана. Сердце Белль после всего. Похоже, ее холодные слова немножко приукрашены. В смысле, это неправда. Она любит тебя, зверь. Я чувствую, как сердце ее сияет.
Отпусти ее. Я не видел ее. Где ты? Она пошла туда. Там ее тень была. Что вы делаете здесь? Не время разговаривать. Надо бежать, спасать ее. Вы мне поможете? Это ты нам поможешь? Конечно, поможем. Давай вернем сердце Бэйд. Правильно. Ключ правды. Я вообще не помню ничего со стримфеста прошлогоднего, абсолютно. Я помню, что мы много ходили, а потом просто сели, и все, короче. Я ж не спал в этот день, нихера. Ночь, вернее. Поэтому у меня вообще каша какая-то в голове в тот день была. Так, это нужно в самый конец идти, да? Вот как далеко. Низкорослую ЦМ-ку с домками. Жил. Спокойной ночи, Данич. Я это... У меня ссора вейпер. Он парит. Вейпер это другое. Рандиотом. Следующее помещение. Came from nowhere. Просто. Так, не понял. Подожди, стоп. Ёбаный ж ты чё, предлагаешь мне идти через все эти двери? Ой, блин. Я думал, это здесь. Чё? То есть мне сейчас еще пару комнат придется открыть, чтобы пройти дальше. Беда. Так, правильно иду? Назад, да, все правильно. Там влево. Я видел эту нарезку видосов, где просто, знаешь, кто-то падает, и там, знаешь, Рэнди Уортона просто подрисовывают. Вот такой там ничего, блядь, каждого ее похватает. Чувак какой-то просто из окна, блядь, падает вниз. Сквозь окно, знаешь, пролетает. Из какого-то фильма, что ли, старого. Просто пролетает в это окно. Такой хуяк Рэнди Уортон из ниоткуда такой, опа. Сука, что? Откуда ты, блядь, вырисовался-то здесь? Так. Вот эту дверь. Нужно 6. Сундук? Нет. Муголь? Нет. Твою душу. Давай я просто открою каким-нибудь рандомным ключом, блять, не буду здесь ни с кем драться. Пошел на все нахуй, пойду просто дальше. С потолка падал из ниоткуда. Давай. Где дверь? Сюда мне? Восемь! Ёб твою мать! Зря дверку спрыгнул. Чё это? Так, я чую, у Ичи сегодня тоже хороший день. Давай, Жень, выбирай сундук.
Слева направо. Один, два или три. Давай. Чую, ты сможешь. В одном из них что-то есть ценное. В остальных монстрах. Левый, конечно же. Ну хорошо. Вот этот, правильно? Дом, блядь, всем, по-моему, в шаттл поставил. Ну давай, посмотрим. Не угадала. Хотя нет, угадала, монстр. Это и был план, да? План Путина, план Медведева. План Пещеры, в конце концов. Подняться сквозь боль и страдания с колен. Ну хорошо, я что, девятку получил? Так, Фиано, выбирай. Я знаю, ты приведешь меня к ненужному ящику. Или к нужному, я не знаю. Давай, приведи меня куда-нибудь. Лево или право, давай. Ты сможешь, я в тебя верю. Правый. Давай. Угадано. Ненужная хуйня. Так, хорошо. Единицу и ноль нужно отдать, серьезно? Ну, такого еще не было. Ну, на ноль. Ноль отдать, хера себе. Тридцать, ладно, ноль еще ни разу не отдавал. Ну я старался, да молодец, молодец. Так, вы добрались, вы хорошо справились и добрались до сюда, зверь. Ваша награда это... Я скажу вам, почему Бэйль отвергла вас. Моя черная магия требует сердца полное красоты. Сердце было идеально. Внутри ее сердца ее любовь. Но она поняла мои планы и попыталась отречься от своей любви к тебе. Она отстранила свое сердце от меня. Она спасла меня, она защитила меня. Она не смогла скрывать свои чувства настоящие. Я слышал достаточно. Отпусти ее сердце, немедленно. Если ты не сделаешь этого... Не испытывай мое терпение. Вы не понимаете, зачем я говорю вам это? Вы думаете... Это было из-за доброты? Я сделал это, чтобы стереть сомнения. Теперь ваши сердца начали сиять любовью к Бэль. Чего? Твое сердце будет тоже моим монстром. Нет, если я остановлю тебя. Ты что, хочешь бросить мне вызов? Глупцы. Бля! Ребята, она дракон, аккуратнее. Ребят, она дракон. Может, ну нахуй? Упс! Спойлерс. Бля! Такой бой будет?
означает ничего. Хуй себе. Прекрасно. Охуительно, нравится. И зачем мне эта платформа? Чтобы она меня оттуда била? Гениально. Все. Последняя полоска. Что-то прям босс вообще не отдал. Что-то прям серьезно вообще ни о чем. Банстримеру за спойлеры. Сейчас бы спойлерить мультфильм вообще 7-летней давности. И сколько там прошло уже. Малефисента, она откуда? Она из «Спящей красавицы»? Когда она вышла? В 40-х? 50-х? Когда она вышла? Я не помню. Может, даже раньше? Да я за 60 лет-то уже все забыл, ты чё? Тем более игра про забытые воспоминания, чё? Сиськи вернулись. Бэль. Ну вы что, серьезно, здесь сейчас танцевать собрались или что? Спасибо. Слава богу. Пожалуйста, прости меня, я была жестока к тебе. Но это уже не важно. Я пыталась. Я хотела скрыть свои чувства. И это я должен извиняться за сомнение. Я никогда не хотел что-то быть злым, одиноким. Тогда не извиняйся. Давай заменим плохие воспоминания, грустные воспоминания счастливыми. Начиная с этого момента. Бэль. They are going to fuck each other. Я. Пути, ты извращенец. Иди нахуй в угол встань, блядь. Ты наказан. Похоже, нам пришло время идти своей дорогой. Отличная идея. Давай продолжим наш путь. По-моему, они уже там начали. А я делать. И не только я, а еще. Так, блин, мне бы сохраниться, потому что это... Я хер знает, когда тут сохранение будет следующее. Вдруг сейчас будет это, босс последний. Или еще что-то типа того. Потому что карт-то больше не осталось. Мы все прошли. То сейчас либо финал будет, либо что-то еще. Фейерверки там запускают. Ну, кто-то один запускает, возможно. А может, и вдвоем. Ох, зверь. Зверь.